Привет, мальчишки и девчонки, с вами Индиана Джонс, нашей с вами современности и канал «В поисках золота Украина». Экспедиция у нас очередная, выехали покопать, но сегодня я не буду копать, а ребята покопают. Я постараюсь для вас снять видео, назовем его «Коп, какой он есть на самом деле». Буду ходить и снимать, что они будут копать. По уже сложившейся традиции хочется передать приветы. Сейчас пока буду искать, где приветы. Написала мне девушка одна, Лена, подписчица моя, не знаю, по-моему, тоже копает девчонка. Сказала: спасибо, что вы здороваетесь с девочками тоже. Будем теперь здороваться с девочками всегда. Девчонки, копатели для меня, как, наверное, как йети, в хорошем смысле этого слова, как бы я много о них слышал, но никогда не видел. Очень хочу увидеть девчонку-копателя. Когда увижу, обязательно сделаю селфи с ней на память. Значит, приветы. Сейчас, ребятки, секундочку, приветы. Значит, познавательная археология, привет. Волынь 1804, привет. Нумизмат ТВ, привет. Привет Аленке поисковика 24UA, привет. Чек ТВ, привет. Дальше, значит, двум братам, извиняюсь, двум Василям с Тернополя, братам Копачам, привет. Папе Артема, Игорю Дорошенко, привет. Ну и всем, ребят, привет. Ребят, кто хочет приветы, пишите в комментариях, буду передавать приветы. Значит, вот там вот за моей спиной поле паханое. Сейчас ребята вышли, там копают. Я сейчас выйду туда и вместе с ними похожу, посмотрю, что они копают. Будут у них находочки, буду вам показывать. Такое, в общем, пошли копать, смотрите. Что-то, наверное, очень хорошее. Что-то хорошее, Юрчик говорит, у него тут есть. Давайте пинпоинтер дам. Не надо, нет. Ну, простаивает пинпоинтер. Нет, нет. Чего ты отказываешься от удобства? Скажи мне, у тебя прибор АТ Про. На каких настройках ты ходишь? Я понял. Секретные настройки. Я хожу в режиме, в секретном режиме. Так вот всегда. Смотри, где я видел? Где же этот динарик? Где же этот динарик? Я же тебе давай дам пинпоинт. Да. Все. Выключаем камеру. У Юры есть находка, ребят, сейчас он нам покажет. Копейку, говорит, нашел. То это две копейки? Нет. Охо-хо! Это не охо-хо, это... Где это фокус? Что? Охо-хо, две копейки. Две копейки.
1915 год, Николай II. Тут орел. Находка. Просто класс. Находка просто класс. Да-да-да. Короче, не ты походу видишь. Вот так вот, смотри. Такой ручеечек. Но я керамики не вижу. Я видел кусочек керамики. Я думаю, надо здесь продолжать искать. Тут еще один сотрудник нашего отряда, я бы сказал. Машет, как косой по пшенице. Мне нравится, как Колян маслает. Колян, да. Колян маслает. Вот Колян маслает. Опа, нашел что-то. Не то. Не то. Проволочка какая-то. Большой железный пул. Вот такие пули попадают. Трактором он пашет. Дели. Сеет, по-моему, даже. Или парнует, непонятно. Сеет, по-моему. Будешь собирать пули в сборе. Конструктор, пуля, гильза, все, наборчик. Сейчас посмотрим, кстати, кого на года. 38-й, по-моему, год. Кубеши. Накопаешься вот так вот за целый день, блин, этих гильз.
жирниковую пуговицу нашел. Сейчас мы к тебе подойдем, Юрчик, жирниковую пуговицу нашел. О, крутяк. Сейчас тут у Генчика сигнальчик есть. А какой-то шмурдячковый сигнальчик. Ладно, пока Геша копает свой шмурдячковый сигнальчик, мы идем смотреть жирниковую пуговицу. А ну показывай давай, что ты там нашел жирного. Это очень, короче... Прокомментируй сразу. Ну тут нечего комментировать, потому что я не знаю, что это за пуговица. Что здесь нарисовано? А нет, труба. Это какой-то связист, походу, видишь? Сейчас мы посмотрим. Может, с кермейскими были связи? Ага. Это гарнист какой-то, который оповещал, наверное... Барабанщик. Гарнист-барабанщик. Нет, две трубы тут каких-то, да, нарисовано. Ну да, так это, видно, охотничий, либо это... Ой. Либо какой-то... Потерялось. Либо черня какой-то. Большой выплывет. Ну, я таких не видел еще, честно. Слушай, она какая-то посеребряная, что ли? Угу. Да? Да, может быть, даже интересная какая-то. Ушечка целенькая, загнутая, правда, но целенькая. Генчик нашел что-то? А, блядь, 5 копеек очень редкого года, 61. О, говорил, шмурдяк какой-то, нашел 5 копеек. Ну, фонарь. Так, ладно, пуговица. Что ж, пуговица, находка. Берем. Так, друзья, мы все толпой идем к Калину. Он что-то нашел. Еша вот бежит. Вот сзади Юрчик. Ну и я с камерой. Да не обучальник, Эрик. Коляныч, показывай. Да ты шо? Все, не снимается, пацаны, буду ходить. Колян, ты гонит? Я боюсь, тебе ты. А масса чувствуешь? Слушайте, ну это жир. Это жир. Я вот там поднял какую-то железяку, ну ихнюю. Колян, твою дивизию, вот это ты гусь. Да подождите, дайте снять. Мы сегодня жестко. Слушайте, да подождите, не материтесь. Дайте. Нет, так хочу. Тихо, тихо, подождите, пацаны. Слушайте, ну это жир вообще. Ну это ж кэровская стыдь. Колян, ну ты вообще... Написано даже что-то, смотри, да? Ёшкин кот. Вот это ты, Колян, гусь. Лапчатый. А я, знаешь, и думаю, в поле нету. Ни одного нормального сигнала. Да, я сейчас посмотрю. О, это же мой размерчик, ёха да, нормально. Мне на бизине срезы и то не елись. Тихо, тихо, это мой фасончик. Это, блядь, тут что-то модное, блин, какое-то. Мне кажется, это что-то какие-то... Это кэровская. Не, а такой-то, блин, эти сам. Нет, это татары, по-моему, какие-то. Татарская, а может и кэровская. Но дело в том, что нормальная тема. Да. Ты его, Колян, в ломбарде проверь, главное. Что? В ломбарде проверь. Я пойду проверю в ломбарде, пацаны. Там же проба стоит. Я встречаюсь. Дай-ка я гляну. Класс. Не, ну это... А я не, ну я, как бы... Я под впечатлением. Ты а Колян, смотрите, какой красавчик. Молодец, Коляныч. Я и... Когда мы в кабак слышишь, идем, Колян? Да скажете его, бросил ехать. Блин. Ты не хотел ехать. Да, кстати, да. Я это устал. Всегда так. Ешь, мы в кабак идем, да? Кабачину. Кабачину. Сейчас, блин, как это нажать? Носом. Смотрите, как он фотографировал. Он носом реально нажимает на кнопку. Димон! Иди да, увидишь что-то. А фоточку нормально сделай. Меня давай, давай, сейчас мы тебя заснимем. Подержи-ка. Ладно, телефон, я хочу включимся на немного позже. За фоткой. Только чтоб меня было... Подожди, дай мне сначала это. Не побри. Не матерись, Колян, нас дети смотрят. Вот так подержи. Вот так. Запикаешь. Запикаю, конечно же. Где оно, блин, не видно. Вот. Ладно, включимся позже. Сейчас вон Димон еще бежит, так. Смотрите, видите? Давай быстрее, давай, давай. Ну что-то арабское. Ну, не зря фотоаппарат. Ну так, ну, на руку положи. Все, так, пошла вот фотосессия. Это. Ладно, ребята, включимся немножко позже. Димон, или нет, или не включимся немножко позже. Еще раз.
Ну все, пацаны, я пошел копать. Ну красавчик Колян, мои поздравления. А ну меня с ним, чтобы не где-то она. Давай Коляна глушанем. Начинается делюга. Все, я потом вырежу. Хороший цветняга. Вот тут вот Колян сейчас кольцо золотое выкопал. И что-то у него еще какой-то есть сигнальчик сверху. А. Не. Кусочек хотя шняшки. Может быть тоже. Не, медяк. Лен. Да, Колянчик, красавчик. Всех... Это счастливый пинпойтер, Серега. Так это сейчас... надо брать 100%. Надо всех сейчас так надо... подзадорил, сейчас так я всех. Я пинпойтер взял, кольцо. Все уже пылесосят, а уже поле. Геша уже пылесосит поле, Юрчик уже все, короче, пошли в движухи. Колян, ты, конечно, классный пацан. Я за тобой ямку закопаю, я, Колян. Я закопаю. Да ладно, ладно. Знал, это ты в азарте просто. Сейчас мы тебе сюда палочку. О, тебе, чтоб ты видел, где ты нашел. Давай, Колян, еще. На бис. На бис, пожалуйста. Пройдись тут вокруг, вокруг, вокруг. Сейчас так и сделаем. Вышел я, ребят, на поле, пока там пацаны копают. Решил пройтись, глянуть, или керамика есть. Сейчас пробегусь быстренько по вот этому полю, которое сзади за мной. Пострю керамику. И вернусь потом к ним обратно. Разведочка такая пройдет небольшая. Иду, друзья, по полю в разведке. Смотрите, вот нашел керамику. Значит, мы двигаемся в правильном направлении. Кусочки керамики. Именно того периода, который нам нужен. Возьму с собой. Сейчас ребятам покажу. Поле здесь уже, конечно, засеянное. Не походишь. Ровненькое все. Но на будущее уже место для поиска определено. Так что вот такие вот дела. Вот вам и разведочка, пожалуйста. Пройдусь еще, пострю дальше по реке. Пройдусь туда вот, в ту сторону. Тут река течет. Здесь вот. Пройдусь по реке, вот так вот, вдоль поля. Поищу керамику. Ладно, потом к ребятам пойду. Смотрите. Иду к Юрчику. Сейчас керамику ему покажу. Ну что, Юрец? Ничего. Ничего. Смотри, что я нашел. Керамика? Да. Где там, на поле? Там дальше, да. Посеяно оно? Посеяно оно, да. Посеяно ходить нельзя. Период правильный же, да? Угу. Оно. Все, будем знать, когда оно. Да, видишь, тут интересные местики такие. Интересные. И Коляна поснимай. Пойду Коляна поснимаю. Где он, кстати? А, вон он. Зацените, друзья, какой нашел вертолетик Генчик. Находка. Просто класс. Можно хейтером запихнуть в одно место. Вот тут пропеллер есть. Все. Не удивлюсь, если его можно будет отремонтировать, и он полетит. Находочка. Не берем.
Ну что, друзья, поступило предложение переехать в другое место. Сейчас пацанчики быстренько все соберутся, подтянутся и переедем. Заедем еще на одну точечку, посмотрим, что там, как обстоят дела. Вот такое будут находки там на месте, буду вам показывать, смотрите. Ну что, друзья, Коляныч, радуясь находке, предоставил мне возможность покопать. Сказал, не буду копать, пойду спать. Поэтому предоставил мне свой прибор с лопатой. И я сейчас попробую походить с его прибором и покопать. Переехали мы на другое место. Только что встретили здесь комрадов с Киева. Ребята, вам привет, если смотрите наш канал. Походим мы здесь, попробуем чего-то поискать. Будут находки, буду вам показывать, смотрите. Ну что, друзья, находки не заставили себя долго ждать. То ли Колян такой фартовый, то ли прибор у него такой фартовый. Сейчас покажу, что я нашел. Взгляните. Вот она, красота Киевской Руси. Крестичек выпал целенький. Целенький, ушко целенькое, все целенькое. Хорошая находочка. Хорошая находочка. Берем, идем дальше искать, смотрите. Ну что, друзья мои, снова у нас находочка по Руси вылезла. Пряжечка ременная, Киевская Русь. Замечательно. Ребята уехали, а мы ходим, ищем. Берем это чудо находочку, идем дальше искать. Смотрите, Гешка, Юрчик, ищут, и мы искать пошли. Колян борется с веткой. Положи ее, Йохан. Похоже, она там застряла. Может, он поддержит, мы поедем. Сейчас такой хряст. Поехали. Дремучие леса. Тут маслят, наверное, много. Да, тут по сезону маслят. Так меня в селе, я как-то поехал, был, сука. Я тут 3 дня был в селе, я там столько грибов не приехал. Снял видео, Сережа. Ну что, друзья, сегодняшний коп можно по праву назвать самым удачным, наверное, за весенний коп, который у нас был. Сейчас я вам находочки наши сегодняшние покажу. Смотрите, находочки.
Ну, это крестик, пряжечка, это все такое. Но Коляныч сегодня, конечно, отличился за всех. Такую шайбу выкопать в золоте, это нужно иметь счастье. Сейчас я вам ее постараюсь поближе как-то продемонстрировать. Вот такой вот замечательный перстень. И что-то мне сдается, что это что-то татарское. Почему-то я так думаю себе. Поставим, конечно, на определение его. Посмотрим, что скажут эксперты. Но перстак смачный, смачный. Очень даже ничего. По весу так, в принципе, грамм 15 в нем есть. Сейчас заедем, может быть, еще на какое-то по дороге поселение. Будем смотреть, в общем, как будет получаться. Солнце садится, в принципе, копать времени остается очень мало. Поэтому кататься сильно времени нету. Вот такой вот интересный перстачок нашел Колян. Ну, вот такие вот, в общем-то, ребята, находки. Что хочется сказать, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Будут вопросы, ребят, задавайте вопросы, с радостью отвечу на все ваши вопросы. Всем удачи, ребята, всем пока. Едем мы домой уже, друзья, и заехали еще тут одно местечко проверить в лесу. Пацаны пошли, я тут возле машины отдыхаю. Хорошо в лесу, так тепленько, птички поют, ветра нету. Замечательно, замечательный денек сегодня был. Коляныч рыжика нашел, классного. Хорошая компания, хороший коп. Все супер.